предложение дня «Джемпер» Марина. Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди. Сядь в поезд, высадись у моря. Вот такое морское настроение сегодня дарит нам джемпер Марина. Ну и расскажет о том, насколько полоска актуальна, насколько она нужна в гардеробе каждой женщины, наш стилист и профессиональный, конечно, маэстро в стиле моды Микола Комендров. Главным предложением дня сегодня становится бренд Полесье, который предлагает нам свою вариацию знаменитой тельняшки. Классический французский стиль в сочетании с классической полосой и той самой знаменитой манишкой моряка. Выполненный на 100% из инновационного, запатентованного брендом Пана, который позволит такому джемперу существовать долгое время в вашем гардеробе. Ну и, безусловно, свободный крой, рукав реглан и, конечно же, правильная длина даст возможность каждой женщине почувствовать себя хрупкой и нежной, при этом очень защищенной. Прохладным летом будет одно из самых актуальных предложений. А если станет жарко, то вы просто можете выпить прохладного коктейля. А как цвета освежают и дарят настроение? Выбирайте для себя красный, вы видите, какой вишневый, насыщенный цвет. Сразу вы в центре внимания. Оранжевый витамин С специально для вас. Кстати, этот цвет добавлен, он новый у нас, так же, как и лимонный цвет солнышка. И сиреневый также. Вот эти три цвета у нас новые специально по вашему заказу. Бежевый цвет – это такая розовая дымка, нюдовый вариант. Далее, белый цвет, если вам хочется тоже красного, но чтобы белого было больше, выбирайте белый в заказе. Темно-синий, классическая тельняшка, и синий в заказе, больше синего. Цена только сегодня 1499 рублей. 7 мая была именно презентация этого джемпера, ну и, конечно, все покупатели, как один, писали отзывы, писали прекрасные комментарии, что им очень нравится. Мы, конечно, добавили сегодня в главное предложение всего дня джемпер Марина от бренда Полесье. Размеры от 46-го доступны до 64-го. Микола Комендров подскажет, как правильно дистанционно заказать, чтобы сидело комфортно, нигде ничего не давило. Здесь очень все легко, мы забираем четко размер в размер, потому что здесь рукав реглан, свободный крой, и это обычные тельняшки, он отличается именно свободой кроя. Поэтому забирайте смело свой размер. 50-й выбрала Светлана. А ты какой себе выбрала? Я еще взяла на размер больше поэкспериментировать, 52. Ага, то есть можно выбрать и размером больше, в зависимости от того, как вы сами любите носить трикотаж. Кто-то любит прилегающий, а кто-то любит максимально широкий. Я вот, например, никогда свой размер не ношу, я где-то беру размеров на 5 больше всегда. Ну, то есть выбирать, конечно, вам. Джемпер Марина от бренда Полесье. Цена только сегодня, в течение дня, 1499 рублей. Знаешь, я хочу сказать, впервые я увидела как раз вот этот стиль на мою учительницу, которая переехала во Францию. То есть я сразу понимаю, что это французский стиль. Да, вообще французский стиль, он так и, в принципе, олицетворяется. Берет, полосатая кофта, круассан, чашечка кофе, маленькая улица с брусчаткой и кафе с открытой площадкой. То есть такая Францию мы с вами видим, и она действительно такая и есть, что в стиле Прованса, что и в самом мегаполисе Париже. Поэтому полоса – это всегда освежающий, легкий такой бриз. Это помогает вам омолаживаться, поэтому многие выбирают для себя женщины, жены политиков и президентов, актрисы. Вот, кстати, у мисс Макрон и у Риз Уизерспун прям как будто наш Риз Уизерспун заказала буквально как будто у нас из чата. Я даже не удивлюсь. Вы посмотрите. Полесье-то во всем мире знают. Ну, как звезда, вы выглядите просто звездой. Джемпер Марина от бренда Полесье, это французский стиль, это круизное настроение, это вообще вечная классика, которая никогда не выйдет из моды. Цена сегодня 1499 рублей. И я ощущаю невероятную мягкость, невероятный комфорт. При том, что, казалось бы, летом, да? А что, лето, это не только жара. Вечерами, я вот помню, прошлое лето было вообще прохладно. Хочешь куда-то пойти вечером, сами знаете, сразу нужно что-то накинуть. Но такое что-то, что не перетянет, не будет жарко, но при этом комфортно. Вот этот вариант джемпер Марина я уже представляю, как я вечерами гуляю с подругой по парку. Да, потому что летом просто теплый свитер доставать из шкафа, слишком вязаный, ну как бы немного не камельфо. А вот такой нежный джемпер, его не убирают на долгую полку, его применяют круглый год, и он всегда такой спасательный круг. Здесь можно его сложить в маленький конвертик и положить в сумочку. Мало ли, вечером будет прохладно, а зябните, можете надеть
надеть его поверх платья, сарафана, а также на футболку и так далее. Джемпер можно повязать на плечи, чтобы не мешал и в то же время создавал дополнительного вам образа. Ну и, конечно же, износостойкий пан дает возможности правильного термоконтроля, ведь он не колкий. Он не вызывает аллергических реакций и раздражения, если даже на улице прям сильно потеплело, и в то же время не создает эффекта, как в морозилке, когда вдруг подул ветер. 1499 рублей цена джемпера Марина только сегодня. У нас вопрос от телезрительницы был, что будет ли пеленговаться пан, потому что ее трикотажные изделия пеленговались. Если данный джемпер бросить под фуру машины или ряд фур проезжающих, конечно, запеленгуется все. А если, конечно же, за ним правильно ухаживать и, безусловно, стирать его, не кладя рядом в стиральную машину изделия с какими-то стразами, кристаллами, шипами, то, конечно же, трикотаж никто не тронет, он будет всегда гладкий. Поутюжить его после, да, на изнаночку, либо с лицевой стороны, с добавлением пара. И все, и ваше изделие всегда останется таким же хорошим и уютным. За это и любит пан, несмотря на то, что он имеет искусственное происхождение. Да, пан намного удобнее шерсти, в которой было бы жарко, как изначально были тельняшки. Дешевле. Также тельняшки у нас были еще и обтянуты, вы знаете, прекрасно. Здесь я, видите, чувствую максимальную свободу. Микол, это потрясающее, конечно, ощущение. Ты знаешь, что да, ты стильный, модный и нигде ничего не утягивает. Классическая тельняшка моряка, она все-таки имеет облегающий, прилегающий силуэт, также вточной рукав для того, чтобы пододеваться под китель. Что касается нашего изделия, это не тельняшка, а джемпер. То есть это практически сородич свитера. Поэтому он более свободного кроя и помогает ему еще в этом рукав реглан. И мне, конечно, нравится, как здесь разместили манишку. Она по факту ложится на плечевой зоне. Если плечо острое, она делает его мягче. Если не хватает плеча, то он создает такой небольшой подъем и остроты. То есть он работает как раз на два варианта плеча, которые существуют у женщин, очень правильно здесь. Дает возможность броши наколоть здесь, добавить, да, выделить украшения какие-то, да, и работает как светлая манишка. Красный цвет могут выбрать к лицу дамы, у которых, наоборот, лицо очень бледное. А с белой манишкой версию вот выберут вариант, дамы, у которых, наоборот, краснота лица. Вот, пожалуйста, уже распределились. Да, наш стилист всегда подсказывает, как правильно выбирать. Белый первый, красный, лимонный, далее вы видите. Оранжевый цвет – это мой выбор. Уже много комплиментов, кстати, получила. Сиреневый, бежевый, синий и темно-синий. Специально для вас. Главное предложение дня – 1499 рублей. Выбирайте французский шик и вечную классику, которая никогда не выйдет из моды.